только наш будет. 85 лошадиных сил мощность этого автомобиля. Объем двигателя 2400 кубических сантиметров. Ежи Керосинский прибыл к нам из польского города Черск. По специальности инженер-электрик. В 2014 году Ежи Керосинский купил этот автомобиль у калининградца Павла Журкова. И вот сейчас Ежи Керосинский активно ездит на этом автомобиле по всем слетам. По его утверждению, это единственная 24-я Волга Универсал, которая сейчас находится в Республике Польша. Ну, скажу, что и в Калининграде, конечно, это очень редкий автомобиль уже стал. Вообще, всего таких Волг было выпущено 60 тысяч штук. Выпускались они 1972 года по 1987.